Электронный документооборот ускорит работу нотариусов. В Беларуси тестируют новую систему, которая исключит ошибки в удостоверении сделок и ведении дел о наследстве. Всю информацию, необходимую нотариусу, объединят в единой базе данных. Это сведения о гражданах, заверенных сделках, а также предметах купли-продажи, дарения, займах, наследстве. Сейчас нотариусы работают с помощью бумажных запросов различной инстанции, что, естественно, отнимает время. Формируется так называемое автоматизированное рабочее место нотариуса, через которое мы сможем получать онлайн в электронном виде актуальную информацию как по участникам сделки, в том числе их персональным данным, так и по объектам сделок, которые нотариусы удостоверяют. Таким образом, мы понимаем, что та информация, которую мы получаем через электронные ресурсы из государственных информационных систем, она будет актуальной. Она будет получаться оперативно, однозначно это отразится на качестве нотариального обслуживания и могу сказать, что наверняка на скорости его. Новый реестр ни в коем случае не позволит нарушать нотариальную тайну и коммерческие секреты. Для всех нотариусов страны базы станут доступными в начале следующего года.